Я не делаю ничего сверхъестественного. Может быть, моя работа нравится потому, что такая живопись понятна всем. Я не мудрствую лукаво. Как вижу, как чувствую, так и пишу. Валентина Брисыч. В свое время самобытную гродненскую художницу зарубежные издания назовут «белорусской сенсацией». Ее работы украсят многие частные коллекции не только в Беларуси, Польше, Германии, Англии, но и в Канаде, Китае. А она за каждую свою творческую победу спешит поклониться порогу родительского дома. Дома, который стал храмом ее души. Почему? Я вам расскажу по большому секрету. Сегодня местные усатые-полосатые вдоволь накормлены и добрым словом обогреты. Еще бы, в родные Сонечи приехала Валентина. Всем, кто так или иначе скрашивает ее одиночество, она рада. К счастью, родовое гнездо не пустеет. Этот дом словно магнитом притягивает людей творческих. И это, безусловно, заслуга хозяйки. Посторонних людей здесь не бывает. Это огромная большая семья, которая на протяжении многих лет собирается в одном определенном месте. Здесь выросли наши дети. Надеюсь, что вырастут наши внуки. Неспроста это место художники зачастую называют академической дачей. Ни одна галерея мира не может уместить то количество работ, которое было здесь создано. Для Валентины же это в первую очередь не творческая кузня, а драгоценная шкатулка, где хранятся воспоминания о детстве, о родителях, о той чудной атмосфере, когда в дом приходили долгожданные праздники – Пасха и Рождество. На елку вешали всегда конфеты. Конечно же, ни одна конфета не довисела до того момента, когда уже пришло время елку снимать. Потихоньку, сначала где-то там на заднем плане, конфеты срезались с нами тайком, конечно же, от мамы. Ну, это было просто замечательно. И вот эти вот воспоминания остались у меня на всю жизнь. Несмотря на эти вольности, детство Валентины нельзя назвать беззаботным. Это сейчас, когда приезжают гости, столы ломятся от кулинарных изысков. А тогда любое угощение было большой редкостью. Я еще помню вот здесь вот, в детстве, помню так, топили печку. Затем уже, когда оставался жар один, отец его туда дальше отодвигал, и мы пекли картофельную бабку там. И это было очень-очень вкусно. Корочка такая румяная, ну просто неимоверно. Вот даже помню, кажется, запах вот этот вот и вкус. Напитан этот дом и запахом сушеных грибов. Лесные дары в семье Брисыч собирались в большом количестве. И дело тут даже не в скудном пропитании, а в огромной любви всех домочадцев к тихой охоте. Отец меня будил рано утром, еще было темно, можно сказать. И я всегда вставала очень легко и очень быстро. И мы собирали белые грибы по 200 штук и больше. Ну, конечно, я меньше, естественно, там больше. Но вот с отцом отец меня приучил к этому. В то время Валентине все было в радости. И запах травы, и свежесть августовского канала будоражили девичью душу. Она строила радужные планы и в карьере, и в личной жизни. Однако в год своего совершеннолетия все планы в одночасье рухнули. Потеря самого близкого человека, мамы, навсегда поселила в ее душе чувство одиночества и пустоты. Так случилось, что я очень рано осталась без матери. Мне было 16 лет, сестре 13 лет было. Брат немножко был старше, как раз служил в армии тоже. То есть тоже еще, ну, как бы не... Ну, не стал на ноги, как говорится, на свои собственные там заработки и прочее. Еще не устроен был в жизни, не стала мамой. Ну, и, в принципе, семья рушилась наша с того момента. Мне сложно вспоминать, потому что было... Не зря в народе говорят, что... Когда нет отца – полсироты, когда нет мамы – круглая сирота. Это действительно было так, и было очень трудно, потому что в 16 лет я была выброшена в эту жизнь, и пришлось самостоятельно в ней барахтаться и как-то выплывать, выходить на поверхность и, в общем-то, утверждаться.
Все это было. И если, например, на сегодняшний день кто-то там говорит, о, где мои 18 или 20 лет, знаете, я не хочу возвращать то время, потому что было очень и очень трудно, очень и очень сложно. И, в общем-то, я никому не пожелаю это пережить. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от грустных мыслей, Валентина с головой ушла в учебу. Вначале успешно закончила Гродненский политехнический техникум, затем больше – Купаловский университет. Ей, кстати, прочили блестящую карьеру в стенах высшего учебного заведения. Но судьба все расставила на свои места. Живопись заполнила все ее личное пространство. Я просто познакомилась с художниками. Меня что-то там стало больше привлекать. Ибо до этого я, как бы, ну, как и все, там что-то там по чуть-чуть, были какие-то знания, но так конкретной увлеченности не было. Но я что-то попробовала сделать, какую-то копию, то есть почувствовать масляные краски, кисти, понимаете? Почувствовать, что это такое. Копия получилась очень удачной. Всем нравилось, ну, мне, конечно же, в первую очередь это нравилось, как автору. Я тогда думала, что я уже вообще там неизвестно, шедевры какие-то, чуть ли не шедевры это было. Потом я попыталась там какие-то уже зарисовки делать с натуры, ну, самые такие элементарные, там березка, возле, на фоне неба где-то там лес, дорога рядом. Тогда мне это тоже нравилось, как я делаю. А на сегодняшний день позади у меня уже 11 персональных выставок. Безусловно, огромное количество работ. Я своими работами, ну, в общем-то, не очень довольна. Крайне редко. Когда пишу, кажется, вот, да, ничего, работа получилась. Проходит немножко времени. У меня еще есть такая, не знаю, привычка, что после любой из выставок работы остаются, и я начинаю многие работы переделывать, подправлять. Благо, масляными красками это можно сделать, можно исправить с работой. Уже сегодня Валентина Брисыч получила статус одного из самых даровитых художников-самоучек. Свой талант она приняла в дар за умение тонко чувствовать природу, восхищаться красотой окружающего мира, своего живописного родного края. Замечательные леса кругом. Летом это поля, это цветы, это вода, это разноцветие, это травы, это птицы. Ну, в общем, чудесная, чудесная наша природа. Я в нее влюблена, и поэтому у меня и на холстах, в живописи, ну, в основном природа. В основном природа, цветы, натюрморты. Влюблена Валентина и в людей. Добрых, отзывчивых, небезучастных. Благо, таких на ее пути встречалось немало. В моей жизни вообще встречаются очень хорошие люди. Я, наверное, не могу вспомнить. У меня нет врагов. Может быть, есть какие-то недоброжелатели. Ну, я это, об этом не знаю, по крайней мере. Я считаю, что человек должен к другому относиться так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Не знаю, получается ли у меня следовать этому принципу неукоснительно. Ну, я стараюсь, по крайней мере. Безусловно, своим верным другом ее могут назвать многие творческие люди. Может быть, поэтому художники нашего края с огромным удовольствием спешат на Августовский канал встретиться с женщиной, которая умеет верить, любить и творить. На самом деле дом очень гостеприимный, хозяйка на самом деле уникальный человек, потому что собирает всех художников, собирает людей, которые как бы живут этим делом, живописью, и объединяемся, и вот как бы общаемся здесь с удовольствием. Потом год вспоминаем, потом живем этим всем. Творческие пленэры в родительском доме Валентины Брисыч уже стали доброй традицией. На протяжении 11 лет каждый, кто переступил порог этого дома, почувствовал, что сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Прийти к общему ответу на вопрос, в чем же кроется притягательная сила этого векового дома, гостям пока не удается. И только Валентина знает, что этот фундамент наделен магической силой в большей степени благодаря семейным реликвиям. Знаете, у нас в доме сохранилась вот такая вещь. Это распятие
осталось мне, наверное, на память от родителей. Оно мне очень дорого. Видите, на деревянной основе деревянный крест и распятие Иисус Христос. Вот даже рука одна отломана, но мы их храним, потому что это я, сколько себя помню, это всегда было у нас в доме. И мы храним как память о родителях, о прошлом, о детстве, в общем. Я человек оптимистичный. Я с оптимизмом смотрю на жизнь. И, в общем-то, я довольна своей жизнью. Я считаю, что грех нарекать. Хорошо, когда у человека есть любимое занятие. И, в общем-то, я этим себя поддерживаю в жизни. Не только в моральном, но и в материальном плане. И это уже замечательно. Это здорово. А так, чтобы какие-то сожаления... Может быть, мелкие. Каждый проживает свою жизнь. Творчество и дружбу – это то, что поставило Валентина на чашу весов в противовес одиночеству. Ведь, несмотря на все успехи и взлеты, одиночество всегда тенью преследовало одаренную женщину. Она так и не растопила семейный очаг, но не отчаялась. Свою нерастраченную любовь, ласку и тепло она сполна отдала живописи. Я думаю, что если бы мои родители не умерли так рано, вполне возможно, что судьба моя сложилась бы тоже по-другому. Но сложилось так, как сложилось, и я ни о чем не жалею. Я человек самодостаточный. У меня есть любимое занятие, у меня есть время поработать, поразмыслить, подумать, то есть заниматься творческой работой. И в завершение мне бы хотелось процитировать высказывание Виталия Цверко. Я не понимаю художников, которые лишают себя главной радости творчества – работать в поле, в лесу, возле речки. Почти все свои полотна я написал на открытом воздухе, потому что наедине с природой я чувствовал биение ее сердца. Я не знаю, знаком ли с этим высказыванием Валентина Брисович, но то, что она следует ему в своем творчестве – это бесспорно. Именно в этом кроется секрет притягательной силы ее произведений, ее популярность у зрителя.